тобой на Коперник 18. Паб Люфт называется. Вот ковток свежего пулитра. Пойдем попробуем там комплексные обеды. Такой с первым, со вторым, с салатиком. Был бульончик обязательно. 55 гривен. Сейчас попробуем куриный бульончик. Вот мяско плавает. Видишь, что тут достаточно много. Могу сказать, что порция супа не громадная, но большая, приличная такая. И очень-очень вкусный. Так, на второй у нас лазанья и салатик лучевый. Ну, порция салатика, видишь, тоже такая немаленькая. Сейчас пробуем лазанья. Посуда такая модная, видишь? А, с сырком. Ароматненькая такая. Ну, ты знаешь, уже смачно. Тут овощи я. Такого на сокобытое получается. Ну, такое сытное блюдо. Мяско обязательно. Томатик, сырок. Как раз с салатом, я думаю. Натоптаться можно хорошо. Что, пришлось половину блюда лазаньи отдать оператору. Тут так разыгрался аппетит. Видишь, тут так аппетит на черной тарелочке все выложено. Овощи такие возбуждают аппетит. Так что половину лазаньи у меня отобрали. Ну, она сытная, вполне хватает. Даже если на двоих разделить. Ты знаешь, вот тут не просто так все. Тут еще национальная спилка художники в тему закладе. И я так разумею, что трошечки можно посадить и изустрить якогось львівського художника. Такого классного. Еще, я так разумею, что тут можно выставку. В них проводятся якісь выставки, якісь концерт, там багато афіш якихось, групи виступають. Ну, таке місце класне. То на 55 гривен отличный комплексный обед, классный такой. У них летняя еще площадка там вдалеке, чуть-чуть, ну, рядышком открывается. Отлично мы. Единственное, не входят напитки. Так нам понравилось, классно. Дорогие друзья, подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал, пишите свои позитивные комментарии, ставьте лайки, путешествуйте по Львову вместе с каналом Львів4ю на YouTube.